Меня похитили, идет на этом ужасном месте. Они хотят меня повесить. Они требуют выкуп 5 миллионов рублей. Мне придется так стоять, пока они деньги не получат. Ты только не иди в полицию, пожалуйста, потому что они бьют меня, если узнают. Деньги нужно привезти на склад, в промзону, завтра в 12 часов. Они обещали геолокацию отправить. И не знаю, папа. Снято? Мы не переборщили с этим, конечно, видео. Ладно, что-то мне стрёмно стоять, развяжи меня. Чего смотришь? Нравлюсь? Да давай, уже развязывай.